7 мая северодвинцев приглашают в Краеведческий музей. С 14 до 18 часов там пройдет бесплатная акция «Героические страницы Победы». Детей и взрослых ждут выступления творческих коллективов, интерактивные занятия, увлекательные лекции. Вы узнаете о юнгах Северного флота и о том, как в Нёноксе в годы войны сумели восстановить старинный солеваренный промысел. Историк и коллекционер Геннадий Дубинин проведет экскурсию по своей выставке «Солдатская еда на фоне столетий», а дети смогут посетить мастер-класс «Боевая техника». В этот же день северодвинцев ждут в парке культуры и отдыха. Там предлагают окунуться в атмосферу 40-х в рамках проекта «Молотовск. Весна. Победа». Горожан ожидают музыка и танцы послевоенных лет, фотоателье, ретропоказ мод, мастер-классы по танцам той эпохи, выступления творческих коллективов города. Главными гостями праздника станут ветераны Северодвинска. Проект «Молотовск. Весна. Победа» – это прекрасная возможность одеться в военную форму или по моде тех лет, поздравить ветеранов, разучить танцы их молодости и немного ощутить, что чувствовали герои-северодвинцы весной 1945 года. Танцевальная ретро-площадка будет работать с 16 до 19 часов.